Если основная часть работ, представленных на выставке «Мужчина и женщина», экспонируется, как обычно, в Перну, то в Виленде в этом году выставлены работы эстонских художников. Среди них Петр Айлик, Лембит Соутс и многие другие. Внимание привлекают африканский цикл Анны Литвиновой «Мерило» и работы белорусских сюрреалистов. Siin me selliseid maailma nimesid eksponeerida veel ei saa, lihtsalt pole neid tingimusi. Siin on veel põhiliselt Viljandi ja Märjamaa ja Pärnu mees Eino Lillepuu, tema naivistlikud pildid Eesti spordi ajalugu on nüüd siis saanud maalideks juba tema neljas sari. Esimene muidu oli Eesti lähi ajalugu ja see oli väga kibe, see sari oli Riigikogus isegi ülevalt. Kuidas sulle see koolimaja meeldib? Koolimajalt meeldib, ta on praegu, noh, vana küll, aga niisugune huvitav tead, niisugune nurgatagused ja igal pool on eri kunstliku pildid ja väga huvitav. Школьное здание, которое принадлежит городу, уже сейчас интересное место для проведения выставок. Но оно все же нуждается в ремонте. По оценке Марка Соузара, 2/3 здания придется снести. Виленди и Пернский музей современного искусства уже заключили договор, предусматривающий основательный ремонт здания за счет фондов Евросоюза. Летом Виленди ждут приезда архитекторов. Suvel toimub siis arhitektide osavõtul ideekonkurs, kuidas peaks see ruumide jaotus siin sees käima, milline ta välja peaks nägema. On üks arvamus ka Mark Soosarele, et siin majal võiks olla torn peal, kus on kohvik. Selle kohta on küsitud muinsuskaitse ametist kooskõlastust. Esialgu on öeldud, et Viljandi linnas on siluetis torne küll. Из-за разногласий с властями Перну Марк Соузар обещает перевести музей современного искусства в Виленди. Впрочем, пока выставки проходят в обеих городах. Идея следующей выставки «Мужчина и женщина» уже известна. Это экология и выпрошенные вещи глазами художников.